boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба. Воды, земли и скалы. Одно дело зверь из мяса, а другое машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю, кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты
благословить ее имя. Я должен служить им и тебе. Я рядом и пойду за тобой, куда хочешь. Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это великолепная Horizon, бывший эксклюзив PlayStation, наконец-то добрался до ПК, и мы его начнем смотреть. Записываю я сейчас уже во второй раз, первый летсплей у меня не пошел с технической стороны, потому что OBS начал у меня что-то мигать, как-то там, короче, захват изображения был... дикий, абсолютно дикий и неприятный, с тормозящей какой-то смазанной картинкой. Короче, что-то было не так. Поэтому я сейчас, я прям проиграл там буквально 5-10 минут. Сейчас мы начнем новую игру, спокойно. Будем надеяться, что сейчас технически будет все хорошо. Ну и, собственно, что тянуть? Давайте, новая игра. Тут, в общем-то, есть много уровней сложности. Я вот так вот проведу, если вам интересно, можете прочитать. Но высокие меня не интересуют, низкие тоже. Я думаю, нормальный, самый сбалансированный вариант это будет для нас лучшим выбором для прохождения этой игры. Потому что здесь хороший сюжет, как я так понимаю, очень красивая визуальная составляющая. Ну и открытый мир, естественно, куда же без него. Давайте, поедем. Насчет катсцены я не везде, наверное, буду скрывать, потому что за те 10 минут, которые я успел посмотреть, было уже очень много катсцен. Каждые 2 минуты я постоянно включал вебку. Кстати, камера переехала, потому что там вверху шкала, хпшки и того другого, всякого такого, чтобы не закрывалось и чтобы вы это тоже все видели. Давайте вот так вот. Так, спустя 6 лет. Элой! Девочка из пролога подросла. О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Картинка превосходная, я уже на прошлом летсплее, который вы не увидите, это говорил, я прям восхищался, у меня сейчас уже не первая реакция, но все равно, я сейчас до сих пор смотрю и очень круто Умница. Сделано. Хороший мальчик. Дети, уходим. Мерзопакостная какая тетка. Она изгой, дети, не смотрите. О, даже смотреть нельзя. Ужас. Ну-ка. Чё палишь? Пойдем. Тебе же сказали, отвернись. Вообще под ноги надо смотреть, так можно и голову разбить об камень какой-нибудь. Раст! А Раст, Раст это получается Раст! Наш отец. А, ну как наш? Раст! Отец Элой. Он не слышит. Конечно не слышит, на такой это глубине. Что? Пещера? А, новое основное задание, подарок из прошлого. Что же, ребята, давайте еще раз я пройду. Внимательно все осмотрю. Повосхищаюсь графеном. Поищу артефакты. Артефакты, по-моему, такие же и остались, да? Короче, это. Я кое-что там с настройщиками подшаманил. Но вроде можно пролезть. Так, так. Да, можно. Пролезаем. Да, ну вот тут с тенями было вначале. Это осталось от железного мира. Древние развалины. Вот, видите, да, тени мигают. Я не знаю, с чем это связано. Может быть,
кривость порта раз самого. Не разрешает мне ходить по таким местам. Может быть, дело в моей видеокарте и дровах? Не знаю. Ну, вроде дальше по игре не было такого. Только вот считаю вот в этом прологе. Игруха сколько ей? По-моему, 3 года уже, но она выглядит очень-очень хорошо. Прям замечательно выглядит, мне прям очень нравится, классная. Классно. Так, а что у нас по свету? Свет у нас что-то многовато, да? Чуть-чуть убавлю. А так контрастность играет. Или не играет. Или играет, или не играет. Там, ну, будем надеяться, что не будет играть. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Мертвец, мертвец. Интересно, как эта техника до сих пор работает и не испортилась за все это время? Потому что лет-то прошло довольно много, раз уже тут почти мумия иссохшая, то есть, ну, лет 50 точно. Может быть, даже больше. Огоньки. Они везде. Как она работает? Огоньки, огоньки. Так, включите на В, выключите на В. Визор. Мы сейчас обнаружили визор. Это то устройство, которое помогает нам анализировать окружающий мир и понимать, что как работает вокруг. По крайней мере, вот эти... Железная дверь. Технологии. А если эта штука поможет найти выход? Дверь бункера. Взрывозащитная дверь, очень высокая прочность, герметичность не нарушена. Хорошо. Так, ее нужно нам открыть. А открыть ее нужно нам как? А вон крыса ходит, смотри. Крыса. Рихимару, что ли, блин. Так, у нас вот было здесь где-то. Где-то здесь был у нас ход. Фигура. Она как-то связана с дверью. Хранилище данных. Защищает порт с голографическим дисплеем. Содержит информацию о настройках, необходимых для отпирания близлежащих голозамков. Цвет поменялся. Так, тут вроде нечего нам больше смотреть. Я просто, когда первый раз записывал, я здесь более детально все смотрел. Мы, конечно, все аудиозаписи сейчас послушаем, которые сейчас обнаружим. Дверь тоже поменяла цвет. Да-да-да. Получилось. Получилось. Так, это на что? Директор Эванс, сигнал с базы командования роботами. Шифрование «Черный кварц». Перенаправляю на вашу сетку. Так, еще один значок. Это уже в том помещении, да? Это вот эти вот квадратики наверху, которые появляются. Это у нас вот эти аудиопослания, которые мы послушаем. Они не очень много что-то нам расскажут об этом мире, но, во всяком случае, они несут атмосферу, то есть крупицы кое-какие, которые в будущем можно как-то собрать и понять, что же было до апокалипсиса. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Крепыш. Надеюсь, ты знаешь значение этого слова, Элой.
Хрипыш, хрипыш. Так, протиснуться сквозь проем. Так, где-то здесь еще одна запись. Я, кстати, по-моему, вот эти пару записей пропускал, когда играл в первый раз. Полная остановка, носитель данных. Они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Только все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты. Как будто жизнь — это боль, которую нужно унять. Нет уж. Я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что, если я вас расстрою, ну извините, я больше никому ничего не должен. Чувак застрелился. Кстати, голос дубляжа очень знакомый. Вы знаете, кого он дублировал? Он дублировал такого актера, вот этого вот в новом Человеке-пауке. Гарри Осборна. Такой вот. Брюнетик. Ну, короче, вы помните его. Друг Гарфилда. Так, носитель данных. Запись Коннор Часом. Ну, с Новым годом, дорогой дневник. И тут голос можешь знакомый. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. Альфред. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Альфред из трилогии Нолана. Ну, трилогия о Бэтмене. Там вот этот дубляж, актер. Вот это этот голос был сейчас. Ну, кто смотрит много фильмов, у них, в принципе, оно ассоциации прям на память раз-два возникают. И, потому что у нас все-таки актеры довольно такие колоритные голоса имеют, и их спутать довольно сложно. Так, нам нужно подняться наверх, правильно? Так, по лестнице. И здесь еще у нас много-много записей. Но они покороче у нас вроде. Ну, обалдеть вообще. Делать записи для потомков? А отличная мысль, директор Эмерс. Как что будто случилось? Я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. Я оказался в таком потомков. Положении. Хватит. Потомки. Достали меня эти потомки. Пошли они. Пошли они. И Скайлор. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Макчу-пикчу. Почему я не поехала тогда с Оуэн? Дура. Надо было соглашаться. Конечно, надо было. Я вот в своей жизни до сих пор еще море не видел. За 26 лет я не видел море. Я не видел море своими глазами. Я не представляю, что это. И не летал на самолете ни разу. Если вдруг ты не знал, то вот тебе эта информация. Живи с этим. Это колыбельная, да? А, какая-то печальная колыбельная. Элла Понтас. Элла Понтас увидела ее в платье. На, ну, то есть тут чуть-чуть щепоточка ЛГБТ, к которому, в принципе, я отношусь нейтрально. Но вот вспомните, мем сейчас форсится, знаете,
пару слов скажу, вот, типа, привет, я подсяду, да, вы знаете про эту девчонку, которая, на первый взгляд, выглядит забавным видосом, и дошло до того, что ее начали травить и хотят убить, типа, люди, вы чё, совсем что ли? А запись Джексон Фрай. Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. Сметы. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то? Что это? Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. Это как священник, что ли, был, который застрелился? Это же его голос. Правильно? О! А вот и батёк. Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Хвала великой матери. Скорее, хватайся. Нечего тебе там делать. Давай. Вот примерно до этого момента нашел, мне здесь начало лагать запись. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой, такие вещи опасны? Нет. Хочется отметить, волосы очень круто сделаны. Мех, волосы в этой игре прям очень классно смотрится. Ладно. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Давно пора. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Охренеть, здесь столько информации. Она прям как мини-компьютер. Эти фигуры. Что они значат? Держи лук. Вот что они значат. Так, бери свой лук. Боу. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Нихера себе игрушка. Спускаемся в долину. За мной. Что-то мне подсказывает, что это вообще не игрушка, а какое-то прям реальное. Как искусственный интеллект, типа Джарвиса из Марвел. Или Эдит, или Пятницы. Какой-то прям блатной-блатной. Так, будь вот. Будь внимательна, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Да понятно. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Сейчас видишь у нас... вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Давайте посмотрим, как у нас тут захватывает. Он сейчас будет нам повторять эту речь. Элой, вот здесь у меня дергаться начала камера. Ягоды. Вроде все хорошо, вроде я смог пофиксить. Я же сказал, собери ягоды. Соберем, соберем, обязательно. Ну, уже в следующей серии, ребята. Давайте я не разобью. Отвлекайся. Собери. Вот так вот сделаем. А я эту серию разобью, потому что... Собственно, почему нет-то? А, сделаем коротенький интро. Там будет две серии по 25 минут примерно. До ее, так сказать, следующего этапа развития. Вот, игруха классная, игруха хорошая. Чтобы не портить дальше впечатление, я спойлерить ничего больше не буду. А, интригует, очень нравится. Сеттинг, экзотично, графон, русская озвучка. Ну, короче, AAA проект, он чувствуется, оно это и есть. Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этой игре. А также не забывайте заглядывать в описание и проверять
ссылочку на Discord-сервер. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!